Здравствуйте! Сегодня мы посмотрим забавный портативный проигрыватель пластинок. Выпускался он фирмой Sony с 1984 года. Модель PSQ-3A. Проигрыватель полностью автоматический, но в нем нет возможности ручной установки тонарма. То есть вы поставили пластинку, включили, она проигралась до конца, тонарм вернулся на место и выключился. Производились такие проигрыватели для мини-систем Sony. Также в серии были проигрыватели с прямым приводом, а также проигрыватели с беспроводной передачей данных. То есть проигрыватель не соединялся проводами с основной мини-системой. Это младшая модель в серии, у нее пасековый привод. Давайте откроем крышечку, посмотрим более подробно. Я вот, чтобы было лучше видно, ее крышку даже сниму. Вот, уберу. Значит, как видите, здесь как бы ничего особо интересного. Самое интересное, как ставится пластинка. Пластинка ставится вот так. То есть только четвертая часть пластинки находится на проигрывателе, включая, а остальная часть снаружи. Значит, на крышке есть тяжелый прижим, который придавливает пластинку, когда мы закрываем крышку. Теперь давайте посмотрим, какие у нас здесь есть органы управления. Значит, кнопочка включения, выключения и кнопочка пуск. А также регулировка выбора размера и скорости вращения пластинок. Вот справа находится выбор для пластинок размером 30 см, скорость 33-45, а слева для пластинок 17 см, тоже скорости 45 и 33. Проигрыватель пришел ко мне полностью комплектным, за исключением адаптера на 45 оборотов. Даже в комплекте пришла вот такая сервисная инструкция на него. Хотя, в принципе, ее можно скачать с сайта Vinyl Engine. А еще продавец заменил пасеки. И даже старые пасеки прислал мне. Вот, тут три пасека в системе. Основной пасек. Это пасек двигателя проигрывателя. И два пасека относятся к тонарму. Ну, в связи с тем, что он пришел ко мне отремонтированный, полностью рабочий, я внутрь даже не залезал. Теперь давайте посмотрим, как все это работает. Как я уже сказал, здесь есть одна единственная кнопка пуск, которая включает работу проигрывателя автоматическая. Значит, мы сейчас нажмем включение питания. Теперь поставим пластинку. Я специально демонстрирую работу проигрывателя без верхней крышки, чтобы это было все видно хорошо. И нажимаем кнопочку пуск. Ну вот сейчас тонарм пришел на начало пластинки, опустился, встал в начальную канавку и началось проигрывание. Значит, если снова нажать пуск, то произойдет выключение проигрывания, тонарм вернется на место. Все. Значит, в принципе, естественно, есть автостоп, но работу автостопа я не буду демонстрировать, и в этом нет ничего интересного. Вот как бы и все про этот маленький компактный проигрыватель. В заключение мы на этом проигрывателе послушаем пластинку. Я специально взял вот такую старую пластинку. Старые пластинки я беру в связи с тем, чтобы не нарушать ничьих авторских прав. Эта пластинка выпущена более 50 лет назад.
В соответствии с законодательством Российской Федерации, срок охраны авторских прав на фонограмму составляет 50 лет. А раз пластинка была выпущена более 50 лет назад, то все авторские права на эти фонограммы находятся в общественном достоянии на территории России. Спасибо.